Ну и ну. Как в старые добрые. В Готэме была одна девушка. Ее зовут Джинкс. Она воришка, аферистка. Кто тебя сюда звал? И ее тоже. Это не просто девушка. Я думала, она в следующем цикле поматросил и бросил. Мы оба знали, что в Готэме была просто работа. Взрослые люди, оба знаем правила. Ты ведь и сама могла снять заклятие. Ты меня ненавидишь. Ты меня обманула. Не оставила мне выбора. Мог бы довериться, а не сдавать меня Константину. Уж не знаю, Джинкс. Что там между вами двумя. Если это тоже окажется ловушкой... Ловушки уже проходили. Но тут нечто большее, да? Одну я тебя не отпущу. Нет, не сегодня. Ты ведь все равно их чувствуешь. Так, фантомную конечность. Думаешь, для меня дело в деньгах? Разве нет? Провести с тобой эти дни было куда веселее, чем я думала. Или как, когда близкий человек умирает? Джинкс! Ой, а можно мне за руль? И хоть ли, но связь остается всегда. Давай помолчим. Это ты зовешь весельем? Просто говорю, как есть. Было. Пойдем спасать Себастьяна. Хотел сказать тебе спасибо.